Намасте! Меня зовут Малихова Анна. Я инструктор по йоге Pulsar Fitness и приглашаю вас на свои регулярные занятия. Йога для меня – это система. Это восьмиступенчатый путь, сформулированный мудрецом Патанджали в йога-сутре. Яма и нияма – это название двух первых ступеней, такие морально-этические нормы для человека, который хочет начать свой путь самосовершенствования. Пять принципов ограничений и пять принципов самодисциплины. Асана, перевод санскрита, это удобное и устойчивое положение тела в пространстве. И находится она на третьей ступени йога-сутр. Первый принцип первой ступени яма является ахимса, что значит не насилие и своего тела прежде всего. Поэтому на своих занятиях, которые я провожу, стараюсь идти от простого к сложному. Практику йоги определяет прежде всего наше намерение и вовлеченность в процесс, а не уровень физической подготовки и растяжки. Я считаю, что корректное и осознанное выполнение базовых асан оказывает положительный и оздоровительный эффект. Мы можем на классах йоги научиться заботиться о себе, развивать внимательность, осознанность, трудолюбие в вопросах заботы о собственном здоровье. И если мы готовы исследовать свое тело, слышать и понимать, что оно нам говорит через ощущения, то оно начинает оздоравливаться. Приятной вам практики! Show.